Молитва — это великая сила и великая власть. A prayer is a great power and authority, которую мы сегодня с вами имеем, which we have today, потому что мы есть дети Божьи. Because we are children of God. И Господь наделил нас, каждого верующего в Него, and Lord gave us everyone who believes in Him, этой силой и этой властью. This power and this authority. Мы знаем, что молитва в первую очередь это общение человека с Господом. We know the prayer first of all is the opportunity to communicate with us and the Lord. И в этот момент, во время этого общения, and during this fellowship and communication, происходит слияние духа человеческого с духом Божьим. There is a joining of the spirit of man with the spirit of God. Но сатана, противник Божий, Satan, the adversary, он хорошо знает об этом, да? He knows this very well. И он всячески старается помешать детям Божьим пребывать в непрестанной молитве. And he constantly tries to stop us, children of God, to be in the prayer without ceasing. В молитве, к которой нас всегда призывает Господь. In the prayer to which our Lord calls us all the time. Но дьявол, он имеет всегда одну цель для человека. The devil has always one purpose towards people. Это украсть, убить и погубить. Steal, to kill and to destroy. И в первую очередь сатана пытается украсть у человека мир, радость и любовь. First of all, Satan wants to steal our love, peace and joy. И мы знаем, что он пытается это сделать посредством лжи. He's trying to do it through lies. Потому что он является отцом лжи. Because he's father of lies. И, к сожалению, ему иногда это удается. And regrettably, sometimes he manages to do that. Затем он хочет убить веру у человека, надежду на Бога. He wants to kill faith and hope for God. И если это ему удается, and if he manages to do that, то в итоге он хочет погубить и душу. He wants to destroy the soul. Итак, украсть, убить и погубить. To steal, to kill, and to destroy. Это его цель. That's his aim. Но мы знаем, что наша брань, but we know that our battle, она духовная. It's a spiritual one. И она направлена на разрушение твердынь и замыслов вражеских. And it's against the destruction of the foundations of the enemy. И Господь наш Бог оснастил нас всем необходимым, and our Lord God gave us everything we need, чтобы мы одерживали победу. For us to have victory. Итак, все вот эти омерзительные планы и цели, so all those disgusting aims and purposes, и желания по отношению к детям Божьим, and desires of Satan towards the children of God, у дьявола, они направлены, знаете, на то, чтобы поглотить душу человека. They are to devour the soul of a man. И он, как рыкающий лев, ходит вокруг каждого из нас. He is like a roaring lion, goes around each one of us. В поисках. Seeking. Кого можно поглотить? Whom he may devour. И как записано у Иакова 4:7. We find in James 4:7. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, ходит как рыкающий лев, walks about like a roaring lion, ища кого поглотить. Seeking whom he may devour. Простите, это 1 Петра 5:8. First Peter 5:8. Sorry. Но его планы, цели и желания, они не будут никогда иметь успеха. But his plans, purposes, and desires will not be successful. Когда мы с вами будем пребывать в покорности пред нашим Господом. When we will be in submission before our Lord. В первую очередь посредством нашей молитвы. First of all, through our prayer. Приходить к Богу с верой и надеждой. Coming before God with hope and trust. И сможем тогда противостав дьяволу. And we can resist devil then. Прогнать его. Drive him away. То есть он убежит, как сказано. As it says, he will flee. Как сказано у Иакова 4:7. We read in James 4:7. Покоритесь Господу. Submit to God. Противостаньте дьяволу. Resist the devil. И убежит. And he will flee. Бодрствовать и трезвиться – это значит пребывать в Духе Божьем. To be sober and be vigilant means to be in the Spirit of God. И опять это же достигается посредством нашей молитвы. Again, we're achieving this through our prayer. Мы знаем с вами, что когда Господь наш Иисус Христос, we know when our Lord Jesus Christ, шел молиться в Гефсиманский сад, was going to pray to the Garden of Gethsemane, он брал с собой учеников, he took his disciples with him, и просил их бодрствовать. He asked them to be sober. То есть он просил их, чтобы они поддерживали его в молитве. He asked them to support him in the prayer. Он говорил, молитесь, чтобы не впасть вам в искушение. He said, pray lest you fall into temptation. Но мы знаем, что ученики не смогли справиться с тем давлением, которое на них в тот момент воздействовало. We know the disciples could not manage to deal with the pressure that was applied upon them. И каждый раз они засыпали. And they fell asleep every time.
Итак, молитва – это духовная брань с силами противостояния. So prayer is a spiritual battle with the powers of resistance. И на протяжении всей Библии, как Ветхого, так и Нового Завета, Господь повелевает своему народу непрестанно пребывать в молитве. Мы не должны молиться только в хорошие и плохие времена, в период радости и здоровья. Мы должны молиться также в период болезни и печали, во времена покоя и благоденствия, также во времена скорби. То есть мы должны молиться независимо от состояния и положения, в котором мы находимся. Мы всегда должны молиться. Но, как оказалось на практике, это не так уж просто. And in reality, it's not that simple. Пребывать непрестанно в молитве. To always be in prayer without ceasing. И как показывает действительно опыт, что даже зрелые верующие And experience shows even mature Christians ослабевают иногда в молитве. Become weak in the prayer. Она для некоторых становится трудной и утомительной. Becomes difficult and tiring. И в итоге к молитве может даже быть потерян интерес. And we may lose even interest towards prayer. И человек порой сам даже не может объяснить, почему это происходит. Person may not even explain why this actually happens. Но как было сказано ранее, But as I said, это молитва, это борьба с возникшими препятствиями. Prayer is a battle with the circumstances that are coming. То есть силами противления. With the powers of resistance. Даже вот некоторым братьям трудно поверить, что их молитвы услышаны и приняты Богом. Some brothers can hardly believe that their prayers are heard by God. И это, в свою очередь, конечно же, ослабляет желание молиться. And that weakens the desire to pray. И причиной вот такого ослабления является неверие человека в то, что он сам принят Господом. And the reason for this is the person does not really believe that he's accepted by God. И пока человек не убедится, что он может приходить к престолу Божьему без всякого осуждения, And when he doesn't yet know that he can come to the throne of God without any condemnation, он никогда не испытает, что такое побеждающая и превозмогающая молитва. He will never realize and experience what is an overcoming and victorious prayer. Апостол Павел говорит, что Бог усыновил, принял нас просто из любви к нам. Apostle Paul says and writes that God adopted us just because he loves us. Без всяких условий. Without any conditions. Как сказано в послании к Ефесянам 1:5-6. Ephesians 1:5-6. Предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа. Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ. По благоволению воли своей. To himself according to the good pleasure of his will. В похвалу славы благодати своей. To the praise of the glory of his grace. Которую он благодарствовал нас возлюбленным. By which he made us accepted in the beloved. Итак, Господь усыновил нас не по какой-либо причине. So Lord did not adopt us for any other reason. Как только по своей любви к нам. But his own love to us. И это истина, которую невозможно опровергнуть. And that's the undisputable truth. Но кто-то скажет, что он находится в борьбе сейчас, вот в данный момент, с очень сильным искушением. Somebody may say he's now struggling and battling against a big temptation. И иногда даже согрешает. And sometimes even falls into sin. И поэтому его постоянной молитвой является молитва «Боже, помоги мне». Therefore, his constant prayer is simple prayer of Lord, help me. Но если вы любите Господа, But if you love the Lord, в чем нет сомнения, and I have no doubts, признаете Его своим первосвященником, you accept him as your high priest, который непрестанно ходатайствует за каждого из нас, who constantly intercedes for each one of us, то вы имеете право входить в Его присутствие, you have right to enter his presence, независимо от состояния, regardless of the state, в котором вы сейчас находитесь. In which you're in. Чтобы обрести необходимую милость и благодать. Именно в такое время он является вашим первосвященником. Ибо мы имеем не такого первосвященника, For we do not have a high priest, который не может сострадать нам в немощах наших, who cannot sympathize with our weaknesses, но который, подобно нам, but was in all points, искушен во всем,
кроме греха. Yet without sin. Посему, да приступаем к престолу благодати, let us therefore come boldly, чтобы получить милость to the throne of grace, и обрести благодать, that we may obtain mercy and find grace, для благовременной помощи. To help in time of need. Это записано в послании к евреям 4:15-16. Hebrews 4, verses 15-16. Наш Господь, Он все знает и видит. Our Lord knows and sees everything. От Него ничего не сокрыто. Nothing is hidden from Him. И тем не менее, Он продолжает приглашать, звать нас к себе. And He continues to call us to Himself. Чтобы дать ту благодать и милость, которую мы сегодня с вами, в которой мы сегодня с вами нуждаемся. To give us the grace and mercy that we need today. Но чтобы приходить, вместо того, чтобы приходить к Господу и получить свободу, but instead of us coming to the Lord and receiving the freedom, человек, как правило, убегает от Господа. Person usually runs away from the Lord. Убегает от врача, который дает исцеление. Runs away from the physician that gives healing. И в этом очень большое заблуждение сыновей и дочерей Божьих. That's a big mistake of children, of sons and daughters of God. Некоторые сами осуждают себя за то, что молятся только в те моменты, когда с ними случается какое-то несчастье. Some people condemn themselves because they only pray when they're in trouble. И в такие моменты они начинают вопиять к Богу, как будто в их доме вот начался пожар. And they start to cry out to the Lord as if there is a fire in their house. Но в промежутках между кризисами они молятся редко, а порой вообще не молятся. But in a period of times between the crisis moments, they hardly pray or don't pray even at all. Но если мы посмотрим Священное Писание, if we look at the Holy Scripture, то мы не найдем с вами осуждения за это. We don't find a condemnation for this. Господь презрит на молитву беспомощных. God sees, regard the prayer of the destitute. И не презрит моление их. And shall not despise their prayer. То есть он презрит, посмотрит, he looks, и не презирает, не презрит молений. And does not despise their prayer. Это записано в Псалме 101:18. Psalm 102, verse 17. Мы знаем, что наш Господь Бог человеколюбивый. I know that our God is the God who loves people. И Он никогда не отвергнет наши молитвы. He will never reject our prayer. По причине, что мы возносили их только в момент нашего кризиса. Because we are only bringing them up in the moment of crisis. Как сказано в Псалме 106:5-6. As we find in Psalm 106, verses 5 and 6. Терпели голод и жажду. Hungry and thirsty. Душа их истаивала в них. Their soul fainted in them. Но воззвали к Господу в скорби своей. Then they cried out to the Lord in their trouble. И Он избавил их от бедствий их. And He delivered them out of their distresses. Господь всегда приходит на помощь Lord always comes to help, к тем, кто взывает к Нему, to those who call him, кто вопиет к Нему, who cry out to him, без всяких упреков. Without any condemnation. Упреков типа, где вы был, где ты был, когда тебе было хорошо? Condemnation, for example, where were you when, you, when all things were good? Почему ты не молился, не взывал ко мне? Why were you not praying or calling me? Бог никогда не упрекает. God does not do that. Он всегда ответит. He always replies. И почему же Он так милостив к нам все-таки? Why is He so merciful to us? Когда мы взываем к Нему только в моменты кризиса. When we call out to Him in the moments of crisis. Несмотря на то, что мы не ищем Его в другие времена. Regardless that, even if we don't seek Him in the other days and times. А делает Он это по единственной причине. And He does it for one reason only. Он делает это с желанием, чтобы мы потом пришли, преклонились к Нему в нашей благодарности. For the reason for us to come and bow before Him in our gratitude. Как сказано в Псалме 106:28-31. As we find in Psalm 106:28-31. Но воззвали к Господу в скорби своей. Then they cry out to the Lord in their trouble. И Он вывел их из бедствия их. And He brings them out of their distresses. И веселятся, что они утихли. They are glad because they are quiet. То есть бедствие. The distresses are quiet. Да славят Господа за милость Его. Or that man would give thanks to the Lord for His goodness. И за чудные дела Его. For His wonderful works. Для сынов человеческих. The children of men. Господь сделает все для человека, Lord will do everything for the man, чтобы привлечь его к себе, to draw him close, то есть более близким отношениям. To close a relationship. Еще раз напоминаю, что Бог человеколюбивый. God loves people, I remind you. И Он не хочет погибели ни одному человеку. He does not want death to perdition to any person. Пророк Захария говорит, что Бог назначил три места. Zechariah
Zechariah the prophet says the Lord appointed three places. Где народ Божий должен предстоять пред Богом. Where people should stand before God. В молитве. In prayer. Молитвы бывают разного рода, мы знаем с вами. As we know, there are different types of prayer. Их можно перечислять очень долго. We can list them in a long time. Но вот три места, которые определил Господь. The three places which God have appointed. Это дом Божий. This house of God. То есть церковь. The church. Это дом, где мы с вами проживаем, каждый из нас. It's the house where each one of us lives. И тайная комната. And your prayer room. То есть наедине с Господом. One on one with God. Итак, когда Господь проговорил к Захарии, so the Lord spoke to Zechariah. Он сказал следующее. He said the following words. А дом Давида, а на дом Давида, and I will pour out и залью дух благодати и умиления, on the house of David the spirit of grace and supplication. И будет рыдать земля. And the land shall mourn. Рыдать — это значит вопиять. And cry out, it means. Каждое племя особо. Every family by itself. Племя Давида, дома Давидова, простите, особо. The family of the house of David by itself. То есть это олицетворение с церковью. Which means defines the church. Племя дома Левина особо. The family of the house of Levi by itself. То есть это уже семья или дом, в котором живем. Family or the house where people live. И жены их особо. And their wives by themselves. То есть особо — это отдельные члены тела. They're separate members of the body. Это Захария 12:10, 12:13. Zechariah chapter 12 verses 10, 12 to 13. Когда Захария провозглашал это, when Zechariah proclaimed that, Израиль был окружен врагами, Israel was surrounded by enemy, которые были полны решимости уничтожить Божий народ. Which were full of determination to destroy the people of God. И весь народ израильский, он находился в большом страхе и трепете. And the people of Israel were in great fear and trembling. И однако в это самое время, and in this very time, пришло это удивительное слово от Господа, this amazing word from the Lord came, что Он идет, чтобы расправиться с теми злыми силами, He's coming to deal with these evil powers, которые восстают на Его народ. That rise up against His people. Поэтому Он и призывает молиться. Therefore, He's calling to pray. В церкви, in the church, в домах, in the, at home, и в тайных комнатах. And in your prayer room. Итак, все ветхозаветные пророки, all the Old Testament prophets, они призывали народ Божий к общей молитве. They're calling, people of God to join, to unite the prayer. Сам Иисус провозглашал. Jesus himself said, написано, дом мой домом молитвы наречется. It is said, my house shall be called a house of prayer. Евангелие от Матфея 21:13. Matthew 21:13. Очевидно, что Бог высвобождает большую силу. It's obvious that God releases a great power. Благодаря молитве своей церкви. Thanks to the prayer of His church. То есть церковь, она всегда должна быть домом молитвы. Church should be always a house of prayer. И в этом ее самое важное призвание. And this is the main calling for it. Поскольку все прочие аспекты церковной жизни, because, они зарождаются в молитве. Because any other aspects of church are born in prayer. Однако общая молитва, although a joint prayer, она имеет ограничение временем, it's limited by time, и теми видами молитвы, and by the types of prayer, которым призывает нас Господь. To which God calls us. К примеру, во время общей молитвы, for example, when we're praying together, мы не можем молиться о нашей личной скорби, we cannot pray about our personal sorrows, о наших душевных муках, about troubles in our soul, раскаиваться перед Господом за грехи, которые совершаем. Repent before the Lord for the sins that we do. То есть ничего личного не может иметь места во время общей молитвы. Nothing personal should be there in the prayer which is united. Вы понимаете, о чем идет речь, да? You see what I mean? То есть Господь кладет нужду, God places a need, на сердце того, кто стоит во главе церкви, это пастор. On the heart of the one who stands at the head of the church, the pastor. И церковь молится единодушно, and church is praying in one accord, чтобы эта нужда ушла. To go. То есть во время общей молитвы, so during a joint prayer, мы не приносим личные какие-то нужды, do not bring our personal needs, но единодушно молимся, but praying in one accord, о той нужде, которую сегодня имеет церковь. About the need that the church has today. После общей молитвы мы можем помолиться за нужды. And after the joint prayer, we can pray for the needs. Дом каждого из нас также
может быть местом, вернее, должен быть местом молитвы. And our houses should be the place. Как сказано в Евангелии от Матфея 18:19. For prayers, we find in Matthew 18:19. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, if two of you agree on earth concerning anything that they ask, то чего бы не попросили, anything they ask, будет им от Отца моего небесного. It will be done for them by my Father in heaven. Великое благословение, когда рядом с нами есть брат или сестра, it's a great blessing when we have a brother or sister next to us, с которым можно молиться вместе. Which, whom you can pray with together. И этот вид молитвы, он более действенный. And this type of prayer is very active. И он в основном должен быть в наших домах. And predominantly should be in our homes. Когда вместе молятся супруги, when the couple spouses pray together, то их отношения становятся еще крепче. Their relationship becomes stronger. И благословение изливается огромное на всех окружающих, живущих в этом доме. And blessing is outpoured upon everyone who lives in the house. То есть это на детей, на внуков, на родных, близких, children, grandchildren, the relatives, на дальних. Those who are close and far. То есть единодушная молитва в доме, united prayer, joint prayer in home, она имеет большую силу. Has a great power. И если в отношениях между супругами есть какие-то проблемы, and if there are any problems in the relationship between the spouses, то первой причиной является то, что в этой семье отсутствует совместная молитва. The first reason will be that there is no joint up prayer. Вы знаете, враг, он желает разрушить то, что созидает Господь. You know, the enemy wants to destroy the things that the Lord wants to build. И если супруги не будут бодрствовать, and if the couples don't become sober, в молитвах, or vigilant in prayer, то будут происходить очень плохие вещи. Then the sad things will happen. Если, допустим, один из супругов молится и приглашает другого, а тот не желает в тот момент. If one of the couple wants to go to prayer and the other one denies, declines, не нужно в этот момент отчаиваться. Do not despair that moment. Просто зайдите сами в комнату. Just go into the prayer room by yourself. И начните молиться. And start praying. Это и будет вашей семейной молитвой. This will be your family prayer. Потому что все члены вашей семьи будут знать, что вы сейчас молитесь. All members of your family will know that you are praying. И третье место молитвы – это тайная комната. And the third place of prayer is your prayer room. Такая молитва происходит, когда мы находимся одни в своей комнате. It takes place when we're one-on-one in our room. Как сказано в Евангелии от Матфея 6:6. We find in Matthew 6, verse 6. Ты же, когда молишься, you, when you pray, войди в комнату твою, go into your room, и затворив дверь твою, and then when you shut your door, помолись отцу твоему, pray to your father, который в тайне, who is in secret place, и отец твой, видящий тайное, and your father, who sees in secret, воздаст тебе явно, will reward you openly. Эти слова Иисуса, они обращены индивидуально каждому. These words of Jesus are turned to each one of us individually. И сам Господь, Он показал пример такой молитвы, когда Он уходил в тайные места молиться. Мы знаем, что более занятым, чем Он, не было ни одного человека. Вокруг Него всегда толпились люди. Однако утром, встав весьма рано, although in the morning, having risen along, вышел и удалился в пустынное место. While before daylight, he went out and departed to a solitary place. И там молился. And there he prayed. Это Марк 1:35. Mark 1:35. И в другом месте в Евангелии от Матфея 14:23 сказано. And Matthew 14:23 says. И отпустив народ, and when he sent the multitude away, он зашел на гору помолиться наедине. He went up on the mountain by himself to pray. И вечером оставался там один. And now when evening came, he was alone there. Молитвенная комната, your prayer room, это достижение близости отношений с Господом. Is the place where you achieve your close relationship with the Lord. А мы знаем с вами, что это является самым важным. And we know this is the most important для каждого из нас. For each one of us. Слава Богу. Praise the Lord. Итак, будем достигать близости отношений с Господом. So let us grow closer to the Lord. Стоять в молитве с нашей, в нашей верой и надеждой. Stand in prayer with our faith and hope. Что Господь всегда слышит нас. The Lord always hears us. Всегда
придет на помощь. Always comes to help. Но молитва наша должна быть молитвой веры. But our prayer must be prayer of faith. Когда мы молимся, мы должны сразу же возблагодарить Бога. When we pray, we should always instantly give thanks to God. За то, что Он уже ответил. For He already responded. И ответ не замедлит. And the response will come.